Друзья, всем доброе утро, с вами, как всегда, Алексей Крылов. Мы находимся в Египте, город Шарм-эль-Шейх, и это наше завершающее видео с этой поездки. Отель, в котором мы находимся, называется Домина. Самое главное в этом видео узнаем, мы взяли манго. Манго будем ложить, наверное, в багаж. Что там с ним будет, узнаем в самом конце, как оно переживет перелет. Потому что такой актуальнейший вопрос, куда положить манго? Конечно, Домина Тайм, оно сделано не в пользу туристов, правильно? Как-то особенно так. Не в пользу сов, которые спят. Потому что вообще я не понимаю, в чем этот. Потому что везде выезд 12, а здесь выезд в 12, но по Домина Тайм. Вот, но это получается в 11 по египетскому. Так, Домина Тайм — это внутреннее отельное время. Утром омлет жарят 3 человека. Раз, два, и вот третий повар. То есть в 3 руки, чтобы не было очередей. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 сковородок. А, 8. Еще 8-я. То есть такой процесс идет. Если коротко о завтраке, завтрак плюс-минус стандартный. Еды много. Вот. Очередей нет. Ну что, друзья, завтрак закончен. Сейчас мы еще узнаем все-таки, во сколько здесь выезд, потому что все так запутано, ничего не понятно. И посмотрим, срежут ли нам браслеты или нет, потому что трансфер за нами приедет в 3 часа. Так, а выселяться должны в 12. Либо по Доминскому, либо по Каирскому. Так, будем еще, наверное, подводить какие-то итоги. Но тебе грустно вообще уезжать или нет? Или наезд? Вот когда я позавтракал, мне не грустно. Да? Но ближе к отъезду, наверное, будет уже, да, что-то. Не, ну поездка действительно получилась такая интересная, ну понятно. Для, ну, некоторые зрители писали, что не нравится, кто-то писали, наоборот, нравится. Но, в принципе, хороший отель, хорошее питание – это основа отдыха. Вот как бы, вот действительно, мне, честно скажу, тоже все равно на питание и, в принципе, все равно на отель. Ну, в такую, бывает, заедешь, как сказать, как Ж, есть говори, да? Или П. Да, ну, по-разному так назовем. Да. Ну, серьезно, это настолько влияет, и даже зависит от того, как ты хорошо поел. Стоял ли ты в очереди за омлетом 20 минут. Да. Вот как бы, вот я даже с людьми общался, как бы они, ну, ночью вот там вот. Они как бы тоже особо не это, едут не поесть. Но говорят, хорошее питание – это идет основа. То есть основа и нормальный отель. Согласись. И да, другие, конечно, ощущения. Да. Вот даже в каждом отеле идут другие ощущения. Вот, поэтому и где хороший сервис, чувствуешь себя по одному. Где просто жесть, где ничего нету, где тишина. Уже, честно говоря, иногда бывало такое, что уезжаешь куда-то и там плохой сервис, все, уже думаешь, да быстрее бы уехать отсюда вообще, да, потому да, что да, уже да, невозможно, да, да, здесь находиться. Хотя бы как бы мы не думали, что мы едем, ну да, понятно, за море, а есть отели, где и моря нет, где вообще, ну, тишина и как бы и сервиса нет, и все старое, и ты приезжаешь как бы, ну, в Египте, на Красном море, вот. И не знаю. Все-таки решили пойти на ресепшн спросить, потому что вдруг по телефону кто-то там не допоймет. Здесь, в принципе, поначалу ты боишься этой территории, а потом как бы все нормально. Потому что здесь такие проходы в скале идут. Да? Главное понять просто. Да. Понять вот это вот, где что находится. И, в принципе, уже потом разбираешься, и кажется, нормально. Все-таки продумано все. Мы сейчас спустимся к морю не через лифт, а по крышам. Но все-таки выезд по доминскому времени, значит, по каирскому в 11, вообще неудобно. То есть я не понимаю, это, ну, первый отель такой в Египте, где нужно в 11 часов съезжать. На крыше здесь получается такой мини-городок. Идешь, внизу как бы такие улочки. И здесь на крыше то же самое. Улочки, магазины здесь когда-то были, наверное. Сейчас это все закрыто. Конечно, после того огромного количества отелей, которые мы проехали, пляж Домина – это
наверное, лучший пляж, который мы видели. Понятно, сервис здесь не самый лучший. Мы можем, если интересно, потом поделить отели, ну, по местам. Я буду показывать, где лучший сервис, где что лучшее было. Но этот отель вообще выигрывает пляжем. Что скажем этому номеру огромное спасибо за то, что нас приютил. Скажем этим цветочкам спасибо за то, что дарили нам эту красоту. Да. Вот, ну. Не будем плакать, не будем. Да. Позже, позже. Да. Потекла слеза. Потекла. Слюнки там уже потекло. Слезунька. Да. Все, с нами все прощаются. Goodbye. Goodbye. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Goodbye. Почему нет сервиса по вывозу багажа? Я наоборот грущу. А я думаю, что надо встречают, а выезжают когда? То сейчас посмотрим на гостеприимность отеля, посмотрим, отрежут ленточки или нет. Все хорошо, никому ничего не отрезали, ленточка на месте, поэтому как? Трансфер у нас в 3 часа, да, но вылет вообще в 7, но мы так пораньше заказали, потому что, не знаю, тут могут быть очереди в аэропорту. Так, поэтому лучше пораньше это все пройти дело, да. И здесь еще регистрация может начинаться не за 2 часа, а за 3. Поэтому, в принципе, все нормально. Так, что еще сказать? Мы будем пользоваться территорией, сейчас оставим вещи в камере хранения, в каждом отеле это дело есть, да? Да. И пойдем наслаждаться морем, пляжем. Кайфовать. И да, кайфовать. Да. Так просто скучно и неинтересно проводить время. Все, идем за вещами. Сейчас подъедет трансфер. Смотрите, трансфер заказывал на сайте cooltripsegypt.ru. Когда сюда приезжаете, можете заказать, чтобы, ну, вот люди говорят, мотались полтора часа с аэропорта, пока завезут всех отель, то есть цены там адекватные. То есть прилетели, вас табличечкой встретили, сели в машинку, через 5-10 минут уже в отеле. Это очень удобно. И также назад. Вот, мы заказали, поэтому там цены на трансфер, на экскурсии, цены классные, оплата по факту. Никаких предоплат делать не нужно, это очень удобно. Вот, также под видео есть Никитин канал. Вот. Я посмотрел его видосики, ну, штук 10 выкладывал, я ничего не смотрел. А тут посмотрел, да, классные видосики у него, да? Поэтому подписывайтесь на канал Никиты. Лайк. Да. Так, короче, сумки стояли на ресепшене. И куда-то их, сказали, унесли на какую-то парковку. И я теперь хожу, ищу наши сумки по отелю. Какой-то трындец. Обычно они как бы вот возле ресепшена стоят или камера хранения какая-то. А он говорит, иди на парковку. Вообще не понял, в чем прикол. Так. Это что-то вообще я не понимаю. У нас как бы вот уже трансфер приехал, надо в аэропорт мчаться. Так, а, вон они. Что-то они их вообще туда унесли. Это, наверное, расставлено, кто во сколько уезжает. Ну что, мы помашем Египту. А, да что еще махать? Мы же до аэропорта не доехали. Там еще может трындец быть. Посмотрим. Ну, как повезет. Иногда там говорят, очередина может быть. Мы же что, пораньше выезжаем. А иногда говорят, может, ну, иногда бывает, быстренько прошел там за 10 минут, все. И отлично. Вот наша машинка приехала. Такая нормальная пацанская машина, да? Все нормалек как у нас, как мафия, мы на Короле. Toyota Corolla? Приехали в аэропорт, давай достаем. Самое главное, билетов у нас как бы все в телефоне, все в электронном виде, никаких распечаток из документов, только паспорта. Короче, мы подъехали за 3 часа, ой, за 4 часа, и нас, ну как бы вот на территорию пустили, а вот в зал уже там, где идут регистрации, не пускают, сказали, только за 3 часа до вылета пускают, поэтому
Нам еще нужно посидеть сколько? Минут 40 здесь, да? Да. Вот посидим и уже будем заходить вовнутрь. Сейчас можем пронаблюдать интересную картину. Просто мы сидим тут часок, я смотрю, подъезжают автобусы, привозят туристов. И у всех манго. Сейчас сезон манго получается. Вот, хорошие цены. А манго они будут сдавать не в багаж, а в ручную кладь. И там я по коробкам смотрю, там идет на человека получается 7 килограмм ручной клади можно. И по идее только одну сумку. Вот. Я как этот, ну, порядочный пассажир, я положил, ну, короче, я положил манго в багаж. То есть они его куда-то там забросят и все. И посмотрим, будут ли свободные полки в самолете, как это и что будет происходить, и вообще будут ли пропускать людей с таким жестким перевесом. Потому что там манго на килограмм 15. Ну, в коробке у меня, например, 7 килограмм, да, манго? А у них по 2 коробки. Ну, значит, примерно килограмм 15 у них там, ну, 14 или 13, это только одного манго. Плюс у них рюкзаки еще у каждого человека. Поэтому там перевес еще идет жесткий. Ну что, мы прошли регистрацию. То есть мы приехали, нам сказали, мы приехали за 4 часа, говорит, часок постойте. Вот, когда приехали, очередей не было. Потом очереди появились, пришлось стоять в очереди. Так вот, ну, короче, да, мы посидели минут 10 и встали потом в очередь, потому что пара автобусов приехала. Вот, прошли в зону этого аэропорта, потом подошли к стоечке, попросили, чтобы нам дали аварийные места, посмотрим, дадут, ну, сядем мы на них или не сядем, я не знаю, какие нам дали. Потом быстро прошли этих пограничников, самое главное, заполнили еще раз миграционную карту, потом... Короче, все по новой было. Опять сканировали все вещи. Потом отдельно меня еще сканировали на каком-то аппарате. Да, то есть. Флюр-то называется. Да, флюорографию, флюорографию делали, то есть всего тела, так скажем. Короче, там целое это. Ну и все. Теперь сидим, ждем. Ну, очень удобно своим. Вот мы сами приехали, потому что с нашего рейса мы только были троем. Еще основную партию туристов не подвезли. Так вот, поэтому. Мы так все быстренько прошли. Конечно, когда привозят там эти пару автобусов, 2-3 автобуса, если еще там вылеты пересекаются какие-то, то тут толпень такая очень большая. Ну, самое главное, когда проходите, вот приезжаете в аэропорт, просто будьте готовы, что вам нужно снять все железяки себя, ремень нужно снять, здесь еще нужно разбуваться. Поэтому заранее все там мобильные телефоны, все камеры, это, все, да, все, все попрятали в сумки, чтобы эту сумку бросили на сканер, потому что очереди в основном бывают из-за того, что человек там, его возвращают, говорит, сними ремень. Сними очки. Да, сними очки, сними там, что-то еще в карманах было. Короче, ну, то есть люди полные всяких железок. Так, поэтому это все на сканер пускаете и как бы не будете задерживать очередь. Да? Да. Так вот. Ну что, будем сидеть, смотреть в окошечко, да, и тихонечко грустить, потому что мы улетаем. Я понимаю, многие хотели бы еще обзорчики посмотреть отели, но... А здесь, кстати, еду продают, может, там, да, еды сделать. В аэропорту продаются магнитики, сувениры. Самое главное, здесь есть манго. Манго стоит, пишет, 3 бакса за килограмм. Вон цена. Вот. Я еще непонятно, почему взял с собой мокрые вещи, то есть мы купались в отеле. Я думал это в сумку положить. Короче, столько мокрых шмоток у меня в самолет взял. А еще мы взяли в прошлом видосе коробку с шоколадками. Давай снимем распаковку шоколада. Давай, давай. Я буду распаковывать или ты? Давай, ты распаковывай, я говори о вкусе. То есть сколько это? Эта коробка стоила где-то $1.20, да, у нас? Да, да. Вот. Ой, целая коробка такая здоровая. Да. Тут этих шоколадок, как не знаю. Тут еще можно на сувениры пораздавать. Да, да, да. Египетский шоколад. Да, египетский шоколад. Ага. Короче, оно все вот такое. Давайте посчитаем количество. Ну давай количество. На $1.20 сколько мы их там взять? Раз, два, реально много. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 шоколадок? Вафельные, кстати. Да. Ну что, это обычная вафельная шоколадка, да? Да. Вафля в шоколаде вафель. Да. Давай пробуй. Все нормальная вафля, да? Классная шоколадка. А что они говорят, у них этого не было? Кого нет? Ну, всем привозят самый дешевый шоколад от нас. Mm-hmm. Ну, у них как бы это, ну, шоколадная вафля. Там бывает, шоколадки вафля продавали, да? Я бы не сказал, что там высокие цены, еще там ниже, как у нас там, можно сказать.
по доллару продаем, ребят, может, кому надо. Да. Батька шоколада. Также на борт самолета я еще провез гуаву. Манго мы запихнули в багаж, я уже сказал. Потом всякие орешки, кофе. Короче, все вот в этой, в этом пакете. Все основные сувениры такие. Ну, этот пакетик тяжелый. Хотя я сказал, что я типа примерно пассажир. Но я просто не взял манго. Вот, но это как бы маленький такой, видите, маленькая сумочка такая уже. Если что, я ее могу запихнуть себе в рюкзак, потому что рюкзак у меня пустой, видите. Там есть только булочки с этого, я не знаю, зачем их взял. То есть мы на завтраке испугались, что вдруг нам срежут браслеты и скажут, типа, все, all inclusive закончен. Вот, а он как-то... Потеряем суперспособность. Да, потеряем суперспособность, то есть у нас закончится доступ ко всем барным стойкам, ко всему, а так? Ну, так мы сходили на обедик. Да, пообедали хорошенечко. Цены на кофе 4 бакса стоит американо, а бутербродик 7 баксов в аэропорту. Ну, это просто что-то цены вообще жесть какие-то. Там, кстати, Бургер Кинг есть, может, там да? Дешевле. Ну, блин, ну, бутербродик 7 баксов, это, по-моему, вообще много. То есть, наснимал обзор отеля, они же мне все заплатили, получается, тут бабло, потом оно не влезло еще, здесь сумка с долларами, еще в пакет, короче, положил, потому что все не влазило. Мы багаж сдали, а? Там чуть ли не перевес. Да, багаж сдал, потому что полная сумка денег была, да, пришлось и багаж сдать, то есть, отели заплатили все за рекламу. Так вот. А меня-то что вообще в поездку взял? Чтобы я носил тоже эти ну деньги. Да, потому что реально не могу унести все. За окном уже темно. Да. А наш рейс перенесли на час. И мы, значит, домой прилетим позже на целый час. И простор. Я смотрю, инструментов нет никаких. И инструментов нету, все нормально. Все уже убрали, да? Все нормально, Никитос. Не... Ну что, друзья, дали нам нормальные места возле аварийного выхода. Бизнес-класс. То есть, да, мы здесь сидим вдвоем. Все круто, отлично. Ой, самое главное, что есть место для ног. Вот. Ну что, будем взлетать. У нас вот иллюминатор. Сели, люди уже попереднє відкриваючи багажні полиці. Перед виходом, будь ласка, переконайтесь в тому, що ви не залишили свої речі у літаку. Дівчинка, присядьте, пожалуйста, закройте багажну полочку. Это небезопасно для вас и окружающих. Достаточно спинки літака випнята, світлова таблона на нашим кріслом. Та нашого запрошення до виходу. Будьте уважні та обережні, відкриваючи багажні полиці перед виходом. Будь ласка, переконайтесь в тому, що дівчинка, присядьте, пожалуйста, ні. Молодой чоловік.
например, он резко тормознет, она упадет, да? Ну, не дай бог такая ситуация. Может случиться? Может. Она упадет, или, например, ударится чем-то. Кто будет виноват? Она. Потому что табло горит. А, табло горит, да. Все. Если бы табло не горело, то значит... Да, в спорный момент. Вообще, мне кажется, это как на американских горках. Сел человек, застегнул ремень, кнопочку там волшебную нажали, чтобы не отстегивался. Ну да. А потом уже как только можно, расстегнули все ремни. Ну что, мы приземлились, вышли. Приятный бонус — это рукав. Потому что зимой, если бы еще ехали на автобусе, это было бы жестко. Ждем багаж. Сейчас такая главная интрига. Что будет с манго? Ну что, друзья, мы вернулись домой. Сейчас ночь, все спят. Короче, давайте будем смотреть, что случилось с манго в багаже. Ну, я еще взял... Что я вообще привез дома? Вот, с этого. Получается, фисташки. Потом этот, как его, потом кешью, то есть фисташки, кешью, вот так вот, 0,5 килограмма кешью, 1 килограмм фисташек. Это шоколадки, которые мы взяли за $1.20, это мы в самолете не доели их еще. Потом кофе, пару пачечек я взял, вот, и это такие восточные сладости. Вот я показывал в магазине, где брал. Потом гуава, конечно, взял такую тверденькую, она очень быстро доспевает. Вот, поэтому, ну, в принципе, довез. Но она такая здесь мягенькая. Ну что, смотрим. Ну, Никита свое проверил, он у него там все отлично. Вот. А, аромат. Аромат идет. Ну, пока ничего не замечаю. Один. Так что, друзья, вы видели? Ну, вот смотри, я проверяю. Ну да, это мягенькое. Мягенькое? Не, ну как оно мягенькое, ничего с ним нету. Не треснутое, ничего не потекло. Это я брал такой уже манго, что, в принципе, можно есть уже день в день. Угу. Поэтому ничего с ним не случилось. Вот так вот. Правда, оно тут грязное такое. А я думаю, может, помыть можно и в холодильник поставить. Ну что, друзья, с манго все хорошо. Вот. Мы доехали, все отлично. Ну что, на этой прекрасной ноте мы будем заканчивать наше видео. Я повторяю, что у Никиты есть свой канал. Ссылка на его канал под видео. На этой прекрасной ноте наше путешествие заканчивается. Вот, теперь у Никиты свой путь, у меня свой путь. Вот. Ну, точнее, у тебя на своем канале будет свой путь. Но мы же как бы тут пересекались. Ну, да, вот, да. Поэтому подписывайтесь на его каналчик. Да. Всем пока. Самое главное, путешествие, всего самого хорошего. Спасибо, что были в этой поездке с нами. Помогали нам. Да, помогали. Если бы не вы. Да, помогали. Не, мотивировали, да. Да. Вот. Всем пока.